Всем доброго утра! Я встала в 7 часов, чтобы открыть для вас видео. Почему так рано? Посмотрите, какой хаос у нас. Вчера в Мерсине пошел такой дождь. Сначала была молния, потом гроза, какой потом ливень. Мы быстро стали собирать все, что могли. Сейчас покажу вам другой балкон. Это было что-то. Ну так хорошо, земля намокла. И все. Действительно было жесть. А так выглядит другой балкон. Я не знаю, наверное, все подушки мокрые. Но ничего. Повод будет помыть еще раз балкон. На улице все высохло. И там так похолодало. Я даже закрыла двери, окна спальни у детей. Смотрела за ними постоянно. И у себя закрыла окно. Так было холодно. А сейчас такая теплота. В общем, воскресенье начинается. У Севги сегодня, Севги, племянница мужа, пригласила сегодня своих друзей на новую квартиру. Они сняли квартиру. Жених купил всю мебель. Они расставили, все приготовили, но с детьми нас не принимают. И Ашкин пойдет с Мирабчиком. 10 часов проснутся и пойдут. Ну, а мы будем заниматься своими делами. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Вот так они сидят, пока бабуля занимается делами, послушные детки. Мари занимается математикой. А Ирмочки, посмотрите, бабуля, какие красивые хвостики сделала. И Мари сделала так. Но потом ей переплету. Вот так вот сидят мои детки. Смотри мультики. Смотри, бабулечка. Смотри. А бабулечка стирочка, уборочка. Ну, видите, у меня послушные деточки. Да ляпочки мои, лапузечки. Все, мои девочки, мальчики. Пошла я работать. Конфетку дам, конфетку сейчас. Пожалуйста, надо говорить. Пожалуйста. Скажи, бабулечка, дай, пожалуйста, конфетку. Бабулечка, дай, пожалуйста, конфетку. Сейчас дам, моя внучечка. Навели мы порядок со всей семьей. Друзья мои, Мирабчик мой помог мне балконы помыть. Посмотрите, как здесь стало красиво. Белье повесили. Погода замечательная. Рядом сидит соседка, с которой я не разговариваю. Разговаривает и курит сигарету на балконе. Энтер пришел, рассказал про события, куда он пошел. Ирмочка, а ну быстренько спать, бабуля. Спать. А ну спать быстренько. Поворачивайся. Да, надо отдохнуть вам. В общем, все прогенералили. Второй раз накормила их супом. Как-то так, друзья. Белье повесила, машинка крутится. Обед у меня сегодня есть. На обед у меня голубцы. Лягу тут с Ирмочкой. Займусь. Чуть-чуть тоже отдохну. Кто пришел к нам в гости? Моя любимая Золовушка пришла. Узлемчик. Сколько времени я ее не видела. Сегодня она тоже не пошла к племяннице, ну, потому что у нее карантин был, закончился. А, сана гендерди. Смотрим видео нашей Севги. И не гёзлю фарсенде. Сен видеочек не озледим мы. Боятся.
Начала готовить обед и закончился газ. Сейчас Сашкин пошел за газом, потому что сервис не работает в воскресенье. И остановились мы. Да, просто это офигенно. Бабуля, чтобы богатым стать, надо работать. Всем добрый вечер. Вы в шоке? Вы смотрите. В шоке. Мы в шоке. Это что было за выступление? Муха. Ирма? Не, муха. Это что за выступление было? Мы его муха это, на турецкое телевидение муха отправили, на концерт. Да, Мари? Да. Бабуля, да. Муха прилетела на ногу, потом... И ты запела. И ты начала петь. Не угомонится никак. А, все не наестся. Ест. А Булечка, ты не лопнешь? Она еще мух кушает. Ну тут нету мух. Где вы нашли мух? О, бабочки я видела. А посмотрите, сколько у нас белья висит. Что? Вся панорама закрыта. Слушайте, я хотела с ними вечером выйти погулять. Но потом этот, мои дорогие. Уже сил не было. Вот так нам мне не скучно. А то сидела раньше на балконе одна, а сейчас с внуками. Сейчас Светлана встанет, пойдет их купать. Привет. Я наушниками. Привет, ребята. Моя бассейн. Еще одна бассейн. Маленький бассейн. Большой бассейн, маленький бассейн. Друзья, всем привет. Сегодня понедельник. Хочу вам рассказать, что сегодня произошло. Сегодня цены на базаре очень повысили. Я жалею даже, что я не купила в субботу, когда ходила с детьми, фрукты. Сегодня персики. Вот он пришел, купил килограмм только 10 лир. Я жалею, что я не купила 20 килограмм в тот день. 100 лир потратил и ничего не понял. Это 10 лир. Сейчас у меня тут все вместе. Я тут только закончил сын завтракать, он поздно проснулся. Это 10 лир. 6 лир помидоры, 6 лир огурцы, значит, арбуз 15 лир, испанак 10, это 10, это зелень, не знаю сколько. Это что происходит? Что происходит, друзья мои? Картошку он взял 4 кило, лук купил. Мы сегодня сидим дома, погода какая-то. Возле Ашкыма сидят они. Тут моя Мари сидит. О, опять приехала полиция. Сколько раз их разгоняют всех. Уже второй раз разгоняют людей. Бегом. А они все равно приходят. Видите? Ну, конечно, здесь оптовики, они перекупают товар, а там частники продают, поэтому так мы, я тогда и купила дешево. Деми, пожалуйста, убери игрушки. Сейчас будете спать, все, давайте, ложитесь. Привет. Вот бабуля готовит что-то, купила Ашкин что-то, дедушка Ашкин что-то купила. И что-то бабуля готовит. Вот виноград, косточки, там нету косточек. Вот зелень.
А вот кукуруза приехала. Это в СНДР купила. И яблоки купила. Я не знаю. Ой, Мари, снимать. Мари, камера не шатай. Ой, как тебе бабуля научила? Привет еще раз. Видите, какая она у меня помощница? Я ее так муштрую, что она отключается от того, что я ей что-то всегда делаю, какие-то даю дела. Сейчас я готовлю экспонат. Мы завтра едем, решили парк. Отдать пекарню. Парк. А завтра мы едем на пикник и заберем с собой. И мы идем останется. Парк. Какой парк? Животные смотреть, змеи смотреть, Тарсис, лев поедем. Смотреть. Планируем поехать. Ой. Тарсис. Тарсис? Это называется Тарсис, что ли? Тарсис. Город такой, там зоопарк. Мой сыночек скоро уезжает. Хочется как-то им показать все. И вот лук порезала, что готовить. И вот готовить. И вот и я, как смела бабулиша, сейчас есть. У меня скоро появится канал Мари. Это канал называется Мари. Ой, когда он у тебя появится, Мари? И да, я снимаю, ты видишь, бабуля? Я снимаю видео со время. С вами я. И, ребята, если вы хотите мой инстаграм, чтобы появилось, и мои тиктоки, и еще и мой канал, и поставьте лайки, и подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик. И если этот вы на колокольчик нажмите, сначала на подписку, потом на колокольчик, там есть. Нажмите на колокольчик, выберите так сильно, и у меня будет в телефоне звонок. Светлый звонок будет в телефоне. И мой канал появится. И вот вышла сейчас на балкон. Там вижу уже бассейн. Издалека. Как далеко там бассейн. Всем привет. Я пришла разговаривать. И сейчас бабуля говорила, чтобы я заснула его. А потом я засниму меня. Ну, я придумала сначала, я засну, а потом бабуля, потому что бабуля все время снимает, но я тоже хочу сниматься, чтобы у меня появился канал. У меня сейчас слезы текают, как я разговариваю так тихо. И сегодня мы снимаем видео. И, ребята, посмотрите этот ролик, мои ролики. И у меня еще, я засниму, когда потом не пойду. У меня будет и телефон, буду снимать и видео, как я катаюсь. У меня бабуля купит самокат, два колеса. Еще два колеса велосипеда у меня есть. И вот это скейтборд, я не знаю, как называется. Скейтборд, хейборд у меня есть, но она поломана. Я ходила, вот траву ходила, а потом поломалась. У меня еще есть и ролики. Как я вам покажу мои цветочки. Папулинин. Красивый цветок. Вот перец растет. И вот красивенькие цветочки. Это самый красивенький. Смотрите, еще растут. На вот это посмотрите. На вот это. И цветочки. А ну кто-то написал в комментариях, что покажите цветочки красивенькие. Вот сам я. Снимаю. Ребята, всем привет. Всем хай, дорогие друзья. С вами я, А4. Если вам понравилось это видео, если вы еще хотите это продолжение, то ставьте лайки. Если вы хотите вторую часть,
то поставьте лайки и подписывайтесь на канал. А, друзья мои, посмотрите, что я решила со Шкымом. Также приготовить такое вот у них делают в Турции. Такие лепешки. А тут, посмотрите, Мари, покажи. Вот тут. Приготовили на бюрекли и спанак. Так круто. Пищит холодильник. Все. Да, а ну надо закрывать его быстрее, а то висохнет. Ашкин, нас от души не ушел. Или будет... Фоточки. Вот что нам принесли. Это из испанака бюреки, а здесь из сыра. Не знаю, останется что-нибудь до завтра или нет, а сейчас мы будем кушать. Что у меня на ужин? Я приготовила салат. И пока сделала кабачковый суп. Ну, а здесь вот безелье из горошка, обед, соус. Ну, такое, знаете, типа прослойка тучки. Мари. Кирилл продолжает... Смотрят телевизор. Сейчас накормлю свою семью и пойдем гулять, чуть-чуть прогуляемся по набережной. И снова день прошел, друзья мои. Как быстро время летит. Только вроде бы устала, туда-сюда, и опять на кухне хаос. 100 раз надо убирать, но когда семья, уже не смотришь на этот хаос. Друзья мои, мы вышли погулять. Слава Богу! Слава Богу! Бабуля, слава Богу! Да, слава Богу, бабуле. Бабуле лучше. Вышли чуть-чуть на набережную погулять. Всем своим семейством. И пофоткаться! А это прилипло к Эндеру и не отдает его никому. Мираби сейчас рассказал, что когда он первый раз шел на баскетбол играть, тут к нему кто-то подошел, один молодой парень, так нагло хотел отнять мяч, и Мираби его тоже откинул. Он, естественно, поругался там матом. И все. Вот такая история была, что лез на скандал. Летучие мыши летают. Я боюсь летучие мыши. Ой, принцесса, сейчас волосы, а? Не кричи. Мираби тоже боится. Мираби! Ашкин, не дам более уч-уч. Я закрою, чтобы... Сачлары, корку йорум, беним. Это маленькие птички, потому что маленькие птички летают быстро, как летучие мыши, дураки. Летучие мыши... У меня огонь. Это любовь или это пароя? Я-ля-ля. Я-ля-ля. И мы сейчас будем кататься. Все говорите, у меня сын красавчик, вы воспитанный. Да, он очень у меня хороший, грамотный ребенок, воспитанный. Спокойный вообще, такой спокойный, такой безотказный. Что мама говорит, все делает. В общем, да, сын? Так воспитали меня. Вот так вот. Идем гуляем с ним. Я говорю, давай пофоткаем. Спасибо. Посмотрите, а наши побежали на качели. С Эндером бабу. Мои только видно, посмотрите. Смотрите, куда она залезла. Мари! Нельзя туда залезать. Ребята, давайте. Я первый раз вижу, по фонтанику учились.
гуляли-гуляли, и мы пришли сюда, на нашу любимую набережную. Классно так здесь, переполнено. Мария уже сразу занимается. Пойдем чуть-чуть погуляем. Дети почти отключаются. Ирмочка стукнулась головой об стол. Шишка у нее напугала всех. Ай, какие собачки хорошие. Мари, пошли, Мари. Какой здесь крутой пляж сделали, смотрите.